Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară am o voce răgușită, îmi cer scuze de la dumneavoastră, dar mă străduiesc să duc emisiunea până la sfârșit, 45 de minute. Invitații din această seară în studioul Accent TV sunt Pavel Duganov, moderator de evenimente. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara! Eugen Nathan Doibani, interpret, compozitor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Anatolie Lupu, compozitor, interpret. Bună seara. Bună și seara. Mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți la noi astăzi să discutăm. Cu plăcere. După cum și telespectatorii și-au dat seama, discutăm astăzi despre Eurovision 2017, prestația moldovenilor și ziua istorică pe care a avut-o Sunstroke Project și clasându-se pe locul 3. Vreau să vă zic titlurile, nu am dormit până la 3 de noapte, eu și probabil toată Moldova, eram toți fericiți, nu de asta am răgușit, dar cred că răgușeam și din acest motiv. Titlurile erau așa: Moldova s-a clasat, a reușit să se claseze pe locul istoric 3. Moldova este într-o zi istorică. Băieții ne-au dus pe locul 3. Eram atât de încântată și mândră de tot ceea ce se întâmpla pe scenă, că probabil această energetică s-a transmis băieților acolo în Ucraina pe scenă și noi toți am ținut pumnii. Eu sigur, sincer, vă spun că am ținut pumnii. Dar vreau să ne povestiți, domnul Duganov, как там было, пожалуйста. Вы там были, я вам завидую белой завистью, что там я перехожу на... Вы знаете, я завидую самому себе, потому что энергия была удивительная. Ну, вообще наши ребята, они зажигалки. И само Евровидение началось с того, что нас сразу там сделали лидерами. Лидерами сделали даже не профессиональные музыканты, а те, кто просто был в Украине и глядели на выступления наших артистов. Это было просто непередаваемо. Только выступал из Sunstroke Project на репетициях. Сразу овации, буря эмоций. Великолепно. Но подошел финал. И вот наша гримерка. И, в общем-то, я старался не заходить туда, потому что, чтобы не отвлекать ребят. Но каждому из них я посвятил четверостишки. И они поставили в карман как талисман. И, в общем, вы даже сняли их. Да, я их сфотографировал и сказал им все, что я о них думаю. Что они гениальные, что они лучшие, что они представители самой музыкальной страны Молдовы. Что их все любят, за них болеют. Я даже не знал, что будут болеть не только в Молдове или в наших соседних странах. И в целой Европе, и даже в Австралии. В Австралии да. Мы практически чемпионы. И это очень здорово. Я просто счастлив, Маргарита, что наша Молдова, Sunstroke Project, выиграли третье место. Да, это стоит дорогого. Я тоже хочу такую майку. Надеюсь, что нам как-то предоставят такую возможность. Вы знаете, я сам эту майку практически нелегально достал. Поэтому постараемся что-то сделать для такой прекрасной леди, как вы. Спасибо большое. Напросилась, называется. Но это было понятно, что они очень трудолюбивые мальчики. И столько раз они пробовались на наш национальный конкурс. И мы как-то чувствовали это энергетически, это было понятно, потому что они вкладывали в эту песню всю свою суть, мне так кажется. Маргарита, в 2010 году, когда выступал Sunstroke Project, саксофонист Сергей Степанов за всю историю Евровидения самые большие просмотры в Ютубе. Да, то это есть, мы видим. Это так. И все говорили, вернулся Эпик Сакс. Это здорово, это замечательно. Но в этот раз ребята просто превзошли себя. Понимаете, вот как будто сошли звезды. Сколько было разных мнений о том, что это не тот конкурс, где... Да, я помню, мы даже с Домом Лупу делали передачу. Как будто не тот конкурс. Вот, да не будем мы смотреть, да, мы опять поехали туда пассажирами, давайте скорее возвращайтесь. И какой уже год не пойдем в финал. Да, какой уже год не пойдем в финал. И тут произошло изменение в социальных сетях, и все, кто ругал их, это самое, стали самыми большими поклонниками, говорит на своих страницах. Когда произошло? Это уже было там, на Украине? Это было между, когда наши вошли в финал. Понятно. Уже наши вошли в финал. Угу. То есть настолько энергетика этого выступления, что люди уже одни, увидев это, стали восхищаться санстроками, а другие
которые его ругали и поносили, они уже, чтобы быть в тренде, тоже стали уже, скажем так, пиарить себя через, скажем так, через социальные сети, как болельщики. Это самое. Но это даже не важно. Это не важно. Главное – победа. И наше это третье историческое главное. Место, потому что для Знаете, нас это... первое место – это не надо, второе место – это не дотянули, а третье – это выше звезд. Наши да. звездные ребята, еще раз хочу сказать, если смотрят Молдова, поклонники Sunstroke Project, дорогие друзья, я просто счастлив, что наша Молдова в Европе одна из самых песенных и добрых стран. Felicitări! Da, mulțumim. Mie îmi pare că, după cum ați spus dumneavoastră, după final, preama после первого semifinala, было понятно, что наши любимцы публики тем, что я вот смотрела две ретрансляции румынов и французов. И даже ведущие говорили, она такая зажигательная, я даже не могу ее забыть. Вот она прошла вроде три минуты, а я ее не могу уже забыть. То есть вы правы, после первого концерта это было понятно уже. Вы знаете, я находился... среди прессы в начале. И там прямо девчонки становились и начали ножкой. Элемент... Да, все, практически песня зажигала всех. То есть, знаете, кто-то говорит, что в Евровидении присутствует политика, кто-то конъюнктура. Но вот скажите, пожалуйста, Европе какое дело, скажем, до Молдовы? Понятно, там есть другие страны. Ну, сейчас мы поговорим на эту тему уже. Да, но я хочу сказать, что очень важный момент – голосование людей. Профессиональное жюри, есть профессиональное жюри. Но люди, посмотрите, все страны Европы Молдове что-то дали. Это вообще впервые такое. Я не говорю даже о таких странах, как Австралия, Великобритания и другие, но... практически все страны дали баллы, именно зрители. То есть песня вошла в сердца. Душу, в сердце, и это здорово. Да. Vreau să discutăm despre ce reprezintă concursul muzical Eurovision 2017, totuși până la urmă pentru cei care noi, care votăm. Este politică, Eugen, domnul Lupu, este concurs de calitatea muzicii, ca show sau o a 62-a ediție fiind o manieră de a se prezenta și un element a Europei de a fi tot timpul în vogă, în trend, ca să fie cei mai și să prindă acești artiști. Domnul Lupu, da. Ну, если, во-первых, я хочу поздравить наших ребят тоже с победой, потому что на самом деле это победа для Молдовы. Я думаю, что все-таки однажды мы станем и первыми. Не знаю, почему вы этого не хотите, но я хочу. А я хочу, я хочу, я очень хочу. Ну что, как себя домна Моника Бабук, в секунду, че, когда ультимые или три цифры требовался со своей рассудой? Я думаю, что это будет очень здорово и для имиджа Молдовы, и вообще для поднятия боевого духа вообще в стране людей. Потому что для нас в этом году Евровидение произвело такой же эффект, как для Бразилии, когда футбольная команда национальная становится чемпионом мира, наверное, потому что у нас не так много, к сожалению, моментов, чему мы можем радоваться. В данном случае это, я считаю, всеобщая радость была и есть, и останется на весь этот год. Второй момент, кроме того, что я поздравляю ребят, но это нормальный результат их каждодневной работы. Они как артисты состоялись уже, скажем так, несколько лет назад. Начало их было на первом Евровидении. И вот на протяжении всех вот этих лет они показали то, что они не просто люди, которые выходят на Евровидение и потом исчезают. Это группа, которая серьезно занимается музыкой. Это их дело. И результат этот, я еще раз повторю, это закономерно. Потому что и к тому же они идут своим путем. Они не пытаются лавировать на волне моды какой-то. То есть у них есть определенный стиль, что-то есть, что-то меняется. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Кто-то считает, может быть, что-то где-то устарело. А кто-то, неважно, в любом случае равнодушными они не оставляют никого. И для меня среди вот этих трех финалистов, да, например, не потому что сейчас все говорят, что да, наши молодцы. А на самом деле, из всех вот они для меня как-то ближе всего. Мне понравилась очень песня финалистка. Португалия, да. Заслуженно первое место, да. Но я подчеркну и другое. Если бы мы были Португалия, и вот с нашей вот этой песней, то мы бы заняли первое место, а не они. Это 100%. Потому что все-таки роль нашей маленькой страны в Европе, она...
к сожалению, ну, пока очень мала. И поэтому вот и жюри, и прочее, они голосовали в контексте, опять же, и в геополитическом контексте, в соседском отношении и так далее. И в данном случае мы для многих стран, мы никто, как показала угу. практика. И тем не менее, все-таки люди оценивают искусство. И вот это радует. И это, наверное, первый конкурс за много лет, когда для меня Евровидение на самом деле возродилось. Вот это угу. я могу сказать однозначно. Угу. То есть я считаю, сейчас есть смысл участвовать в этом конкурсе, потому что я написал тоже в Фейсбуке, что и все-таки Бог есть. Потому что правда восторжествовала. Вы видите, мы оставались на 8-м или 9-м месте, я не помню, уже в конце. Полное вот такое опустошение. Я не знал, что поменялись условия. Но это уже было. А в прошлом году я почему-то, я как-то даже не постыжусь этого, я как-то этого не заметил. Не знаю, то ли по результатам, то ли... Pentru că nu am fost noi în finale, de asta. Наверное. И я сегодня, я в этот раз с таким немножко тоже с сарказмом начал смотреть первый полуфинал. Потом, когда наши прошли, какой-то интерес появился. Потом второй полуфинал, мне показалось, он посильнее. Ну и дальше уже все, развязка. Развязка отличная. Так что... Вы вспомнили нашего министра культуры Монику Бабук, да? Это человек, который разбирается в искусстве, разбирается в культуре. И она тоже, кстати, поздравила ребят на моей страничке. Вот. И я хочу сказать, что если госпожа Моника смотрит нашу передачу, то я хочу сказать, мы просто даем шанс. Мы в строк могли и в этом году... Но надо Молдове подготовиться, найти место, чтобы знало все Министерство культуры, что в следующем году, скорее всего, приедет Евровидение в Молдову. Ну и, наверное, конечно... Нужно достойно выступить уже конечно, в Португалии. На самом деле это триумф. Триумф Молдовы на это самое. Я думаю, что и Министерство культуры отметит какими-то наградами, званиями ребят, которые шли к этому не один год. 7 лет последних они уверенно шли к цели. И я от всей души желаю счастья и этим ребятам, и чтобы у них, как сейчас сложились звезды, так они и продолжали. Да, есть адеварат, есть чего суперстициоз на это, пробабил, потому что Молдова participa al 13-lea an aici, cifra 7-lea a picat lor ca fiind să cânte în finală și nu știu, eu gen, dacă trecem un pic la concursul nostru național, totuși în Moldova deja se pierduse această atitudine serioasă din partea artiștilor față de acest concurs, nu știu din ce cauză, chiar vorbisem atunci în emisiune cu domnul Lupu. Acum, după ce s-au stroc și prezentat atât de frumos maestria de a cânta. Cum credeți? Și concursul național va avea un alt statut? Eu cred că nu neapărat rezultatul nostru de la Eurovision, cel internațional. Chiar și cel național deja ne-a demonstrat că putem să alegem o piesă care e tocmai ceva în trend. Și băieții au fost cei care au ținut vectorul ăsta mai mereu. Deci niciodată nu au mers într-o parte sau în alta ca să fie mai aproape de publicul nostru sau de publicul altei țări, României, că e vecina noastră. Mereu au fost pe calea lor și pentru ei un respect deosebit pentru asta. Am văzut toate etapele lor de creștere și de fiecare dată am fost uimit că nu și-au pierdut unitatea și au făcut diferite experimente în muzică, chiar dacă la un moment poate nu erau cei mai înțeleși. Și sunt băieții care au reușit, după părerea mea, nu să fie doar o formație electronică de succes, dar să fie cea mai bună formație de la noi, care a reușit la noi să se promoveze cu demnitate. Exact, deci nu este un proiect care s-a promovat prin România și să zicem că uite, și-a revenit și noi și strâng laurii. Sunt cei care i-am văzut aici și-au făcut familia aici, deci totul e național, maxim de național. Uh-huh. Ce ține de concurs? Da. Ce ține de concurs, aș zice că toți cei care vor participa în anii următori au primit un foc bun la ghete pentru ca să facă piese în vogă și să înțeleagă până la urmă că există totuși un format. Și nu e cel de festival, nu e cel de mare vocalize, de mare voce, deci de mare structură muzicală complexă. Trebuie să fie ceva maxim de aproape de public, maxim de simplu, și în același timp maxim de în trend.
Apropo, deci... ei la început au fost învinuiți că este prea simplă piesa. Până la urmă ea a prins atât de bine la public. Probabil și are toate trei că... elemente. Ea da. Are și ca voce, sunt băieții extraordinari, și ca show, pentru că pe scenă a fost ceva destul de atractiv. Și mi îmi pare că toate lucrurile s-au combinat aici. E foarte complicat să cânți o piesă dinamică și să o faci foarte fix. Și coreografia. Da, și coreografie. Deci să nu se simte chestia asta că uite, ai dansat. Și să fie totul atât de stabil. Pentru că a cânta o piesă mai lentă, sunt niște note mai lungi. Îți permit ca să ai posibilitatea să iei mai mult aer. Aici e mult mai complicat. De-aia e încă un punct de respect aici pentru ei. Dar când a început deja votarea și când s-au început țările să-și prezinte respectul vecinilor, respectul politic, nu mai știu care, dumneavoastră ce ați simțit în momentul acela când juriul a început să avem noi șanse? Pentru că de la început eram primii, după două țări am căzut pe la coadă. Eu cred că aici e o vorbă de comentariu, mai lung un pic. Eu cred că în sfârșit s-a reușit să ajungem la un rezultat ca să nu fie tocmai niște calcule strategice de ordin geografic. Să fie mai sus muzica decât toate. Uh-huh. Pentru că am văzut, am urmărit chiar, nu zic de Moldova, zic de alți vecini, alte vecinătăți, cum ar fi Irlanda, Mare Britanie, cum ar fi încă multe alte exemple în care... unii dădeau 12, ceilalți dădeau 1 sau chiar deloc, cum ar fi Norvegia și Suedia, care demonstrează că totuși nu există, uite, favorizarea prin faptul că, uite, suntem vecini. Și... cu toate că unele țări au clasat vecinii săi cu 12 puncte. Da, deci... mă rog, în unele țări a rămas încă chestia asta. Au rămas da. Încă. Eu aș zice că s-a depășit de asta și tot ce urmează deja contribuie la formarea unui Eurovision foarte sănătos, unde va fi muzică, proiecte și nu va fi flag, stemă, nimic altceva decât muzica. Cum v-a părut interpretul care a luat loc întâi, Salvador Sobral, și piesa? Eu am o atitudine un pic cam sceptică despre acest interpret. Nu e o piesă extraordinar de tare și frumoasă, pentru că eu știu muzica portugheză, am privit filme în portugheză, adică nu, din Portugalia, dar nu tocmai în portugheză. Și am ascultat scene de plajă unde se asculta astfel de muzică. Deci nu e ceva deosebit cum au făcut băieții noștri, care au făcut o muzică care nu tocmai se ascultă la noi pe piață. De acolo e ceva maxim de ordinar pentru Portugalia. Din acest punct de vedere, aș zice că e ceva, o formulă clasică. Băiatul a fost îmbrăcat într-un costum care e un pic mai mare decât el. Nu da, era prezența cu asta scenică, modul de a gândi, cum se exprima el la final când a zis despre muzică. A fost un plan foarte bun și realizat foarte bine. Băiatul e un psiholog foarte bun și eu cred că au fost niște factori care au contribuit la câștigul lui. Și, mă rog, eu consider că există și niște calcule acolo mai sus, pentru că a fost mult prea... exact totul la sfârșit, a ieșit și sora lui așa, a cântat cu el, a cântat atât de exact de parcă a fost repetat. După aia, când a ieșit după scenă și a spus câteva cuvinte, au fost maxim de simbolice, de parcă ar fi fost repetate. Mai mult că atât, după ce toată chestia asta cu imbecilitatea, cu gesturile astea de nesănătos, au fost scris mult prea cugetate bine astea cuvinte și spuse corect. Ca să gândești că asta a fost. Deci credeți mare... că show-ul și organizatorii epatează anume prin acest fel în anul 2017? Aș vrea să cred că sub egida... au epatat cu Conchita Wurst, cu Lourdes, anul ăsta au hotărât să facă portughez. Uite, aș vrea să cred că celebrăm diversitatea anume prin modul acesta. Da. Că nu e prin asta, da, e cam asta, îmi pare. Sunt de acord, absolut, de acord cu Eugen. Я здесь хочу связать наших ребят, подвести к этому же. Да, вот Евгений говорит, что там скалькулировано хорошо. Это нормально, потому что любое шоу, оно должно быть продумано. Другое, но тут есть один очень важный момент, что все-таки песня выигрывает тогда, когда она исполняется искренне. А его, в нем была искренность. То есть то, что он... Мы не знаем, я не помню, о чем эта песня, то есть языка не понимаю, все. Но эта песня, она доходит. Вы заметили...
все начинают слушать. Вот просто начинали слушать, затихали, ни одну песню не воспринимали, ни один, извините, медляк, который там был, так, так как здесь. Вот все, все были просто заворожены вот этим действием. А возвращаясь к нашим ребятам, то же самое. Наши ребята делали все абсолютно искренне. Плюс к этому совпал стиль песни, сама песня, исполнение, вот эта компонент, вот это их, да, вся. Режиссура, то есть вот эта постановка этого незамысловатого танца и найденное верное движение, одно, которое завораживает. Вот эта вот фишка, все, и она связала все, все вот эти компоненты воедино. И поэтому вот в данном случае, я не знаю, кто это сделал, это просто был человек, не хочу говорить слово гениальный, но для третьего места, наверное, можно сказать и так, потому что это было здорово. Связать все воедино, причем без больших вложений финансовых, когда у нас кричат, что нам не хватает денег, да вот у нас нет шоу. Ребята, искренне и идите своим путем, самое главное. Я вот это считаю. Если вам это чуждо, не надо искать нам пытаться. Делай то, что ты можешь, то, что тебе нравится, то, что тебе по силам. Да, ну, вот ну дай бань спинеться. Да, ну, вряд ли пару не покрит, в основном рев. Дар, перформанса лой ми са парут ка ши ум сфârșitul filmului Parfumer. Da? Deci da, dacă știi despre ce e vorba, întinde o batistă la 1000 de oameni care stau în față și toți sunt maxim dezombați. Deci există chestia asta. Când poți face efectul ăsta de maximă atragere față de tine. Și eu am observat în ce constă în cazul lui. Sunt niște mișcări care foarte bine te fac să fii sensibilizat. Da, da, casele de pariuri, господин Дуганов здесь хочу, чтобы вы там сказали, что там случилось. Din start i-au plasat pe portughez și pe italian pe primele locuri. Și dezamăgirea mare a fost a Italiei, care s-a clasat pe locul 6. Ei nu înțelegeau ce se întâmplă, pentru că la ei la fel a fost destul de bună și piesa, și prezentarea, show-ul, що там случилось с итальянцами. В один момент все перевернулось. Вы знаете, ну... Но они тоже были... они были абсолютные фавориты. Абсолютные фавориты. Здесь есть два момента. Или это игра букмекеров, что возможно. А в таких серьезных соревнованиях, можно назвать музыкальный конкурс тоже соревнованием. Конечно. Это играет большую роль. Плюс еще, итальянец, конечно, красавчик, но он на язык такой острый. Во-первых, он там... сцепился с журналистами. Во-вторых, он это никогда не был спокоен. Вот. Когда я к нему подошел в конце, сегодня я, кстати, опубликую у себя на странице с ним беседу, и говорю, браво Италия, виват Италия. Он сразу мне, where's you from? Я говорю, Молдова. Он сразу мой бэджик, from Молдова. Сколько баллов вы дали? Я говорю, мы дали вам баллы. Они говорят, мало дали. Ну, чуть не полез ко мне за грудки. Эмоциональный парень. Да, ну мы так все превратили в шутку. Но я говорю, что человек не сдерживает свои эмоции. А здесь очень важно, наверное, как в спорте и в музыке, сосредоточиться. Вот, Анатолий, вы говорите правильно про искренность. Про искренность. Вот наши были искренны и сосредоточены. И... настроены на победу. Если вы видели, сколько репетиций проходило, сколько ребята на износ. Приезжали они домой в 2-3 часа ночи, каждый день. И это были репетиции, по 3-4 репетиции в день. И по 2 концерта в день, чтобы вы понимали, что нам показывают только одно выступление. А на самом деле их 4 каждое. И они выступают по 2 раза в день. И из 2 дней, допустим, полуфинала, там целых 4 выступления. То есть нам показывают только одно. Там. Конечно, ребята на износ работали. Девчонки, мы как-то Sunstroke Project взяли, а там были тоже замечательные девушки. И они тоже старались. Они танцевали, они делали все, чтобы... Они пели, они были актрисами. Они конечно, они тоже... Но здесь хочу... У них все-таки была маленькая проблема, господин Дуганов. У них юбки не одновременно упали в финале. Я вам скажу больше. Об этом можно говорить? Да, уже можно. Что в первый день финала одна юбка вообще не упала. Да вы что? Да. И мы так переживали,
что это самое. Потом то всю есть... ночь, всю ночь мы как золушки, они перешивали все нитки до 6 утра они работали, ну что никого же там нету, вот, и на репетиции не упала юбка. Я вот. Это и увидела, и мне так это было обидно, я не знала, что потом, это будет, как понимаете, это было. Понимаете как, и наши ребята все, поверьте, условия были полуспартанские. То есть, поверьте, если все делегации там жили в шикарных гостиницах, наша делегация жила очень скромно, очень скромно. Дана Маркитан готовила очень вкусно. Да, да, все вот. Это сам. Я заходил к ним в гости. Так вот, нужно позвать Дану. Вот в чем секрет. Да, конечно. Понятно. Конечно, вот. И то тема манкари, и то тема Дана Маркитан. Прекрасную вечеринку мы организовали с прекрасным молдавским вином, плациндами. Нам помогло посольство Молдовы в Украине, чтобы провести все туда. Ну, мы сумеем отмечать амбассады, конечно, да? Конечно, ребята, ребята там очень хорошие, они все сделали хорошо. И уже вот представитель Болгарии был тоже этот парень, говорит, да это самая шикарная вечеринка, знал бы, сколько, ведь ни одной копейки бюджетных денег не было потрачено. Да, а мы все делали, ребята все делали для того, чтобы Молдова была на уровне везде. Domnul Lupu, domnul Doiban, vreau să vorbim despre faptul că la Eurovision contează limba în care este interpretată piesa? Repede vă spun, contează sinceritatea. Și gata. Pentru că în anul acesta doar trei țări au interpretat în limba nativă a țării. Și ceilalți a fost tot masiv, așa a fost într-un an. Pentru că în ceilalți ani au mai fost mai multe țări care au cântat în limba nativă. Portugalții decazale, că nu imeți значение. Тем более португальский язык для Европы такой же, как румынский, наверное. Ну, то есть поближе, конечно. Да, кредит, когда айнуштри кентау... С испанским ближе и так далее. Но в любом случае, английский, там, немецкий, французский, да, итальянский, испанский, да, португальский уже гораздо дальше. Так что, нет, самое главное, это достойно представить. Я думаю, что если бы наши ребята пели на румынском языке, то эффект был бы тот же. Причем вот это «Хей, мама», оно непереводимое. Да, и интернационально, да. Так что... Невасты, домной бань, кум консидерать? Ла Евровизион акум, на ану 2017, а контат? Сау ин чейлалц, кум вы спунем, ира алт ситуация? Я думаю, что не контеза. И май мереу не а контат. Де факт, дака если деслушим фиекаре текст в англезе, sau să-l asculte un american, ar zice că e gunoi. Pentru că, de fapt, nu e mare treabă de text și nu e vorba doar în limba engleză. E vorba de cantabilitatea limbii engleze. Și dacă e vorba de o limbă din sectorul celor latine, uh-huh, adică portugheză, italiană, spaniolă, ele sună foarte bine. Și româna la fel. Sunt limbi care sunt un pic mai puțin cantabilă, cum ar fi limba cehă, limba ungurească, chiar dacă cel din Ungaria a cântat în ungurească și acolo e altceva, acolo e un loc bun, da, anume din cauza că e un proiect foarte interesant. Proiect interesant, mi-a plăcut foarte mult Ungaria. Cipru, de exemplu, haideți să trecem la niște lucruri care au fost destul de evidente. Cipru se spune că a furat ideea rușilor lui Serghei Lazarev și a cântat pe grafica aceea. Suedia a fost extraordinară în show-ul său, dar până la urmă s-a clasat pe locul 5. Franța a fost cu o piesă foarte caldă, cu îmbrățișarea aceea, îți părea cu vrea să ieși pe scenă și să o îmbrățișezi. Fata era foarte frumoasă. Fata era foarte frumoasă, da. Mai departe, nu... Marea Britanie și încă, cine să zic eu, încă mi-au plăcut extrem de mult. Pentru dumneavoastră, domnul Duganov, care dintre concurenți a mai fost aproape de suflet? Кто из вас? Я скажу так. Вот, находясь там, я только наблюдал за нашими. Честно скажу. Вы не успели посмотреть. Да, да, мне очень понравились шведы. Очень понравились шведы. Мне понравился болгарин, очень достойно выступал, итальянец. Вот. Но я все-таки болел за Молдову, по-любому. Ну и все равно, если надо тройку, то Молдова, Швеция, Италия. Вот я бы выделил бы этих ребят. Да, домнул бы пентру для вас. А, и француженка красавица. Айча коинтиде, айча красавица. Ну, да. Для меня Sunstruck Project, конечно, на первом месте среди всех трех. Я уже это говорил. И не потому, что они наши, а просто так, ну так вот мне показалось. Я, честно говоря, человек уже
то есть в таком, не хочу себя старить, но в таком возрасте, когда я очень музыки много слушал, я уже немножко и подустал от музыки. То есть я смотрю на все конкурсы и на Евровидение немножко таким подуставшим взглядом. И меня удивить чем-либо, либо вот так вот всколыхнуть чем-то очень сложно. Нич гречия, кари удансати напу? Нет, нет. Все проходит. Я скажу другое. Вот Sunstroke Project в любом случае, это здорово. Это с моей точки зрения просто... Вот. Что говорить о других странах, скажу о тех, кто остался за бортом. Вот прямо после первого полуфинала, например, или второй полуфинал был, по-моему, Эстония, Литва мне понравились. Вот я не знаю, почему они не прошли. Хорошие песни были, классные песни. Одна такая под Modern Talking. Я никогда не любил Modern Talking. Но сейчас, когда я смотрел, в этом был парень с девушкой пели замечательно. Я говорю, Эстония, из тех, кто прошел в финал и остался в финале, это здорово. Вот великолепное трио из Нидерландов. Три девушки спели. Шикарно. Да, вот то есть вот что там? Исполнительское искусство на высочайшем уровне. Постановка номера такая тоже органичная. То есть ничего такого там, в общем-то, не требовалось особенно. Но песня, мне кажется, вот не была та песня, которая вот выстрелила. Как вот у Sunstroke, например, она была. Да, домнул Доймен, думневастра, пе cine ați remarcat? Da, pentru că poziția mea de respect față de Sunstroke am desfășurat-o mai înainte, eu o să vorbesc despre ceilalți. Norvegia, foarte mult mi-a plăcut acest proiect pentru că, în primul și în primul rând, a fost ceva inedit, deci ceva de viitor. Dacă Carlson Dream-am ne pahlă tam? Nu, este o combinație dintre... Atât de bine au copiat pe Carlson Dream? Nu, e cu totul altceva. E doar o haină care e cu glugă. De haină și zic și de mască. Dar masca e Daft Punk. Nu contează asta, contează de fapt atitudine și piesa. Extraordinar de bună piesă. Mie mi s-a părut subestimată. Nu prea înțeleasă, dar nu contează. O să fie înțeles pentru că sunt tocmai Norvegia, sunt cei care de fapt dictează toate, da, sunt, ca fac și parte din organizatori. Da. Suedia. Suedia, da, și extraordinar, eu... clasic, frumos, băieții au avut o piesă extraordinară care și a început inedit, au început de după culise, da, și au ieșit, da, așa. Și băiatul e foarte prezentabil și mai mult că atât, e producător și orchestrator la fel, deci e un talent. Și a inspirat maxim încredere în sine. După aia, Bulgaria. Mie mi s-a părut cel mai interesant, anume din cauza că e cel mai tânăr și a reușit să aibă, să dezvolte până acum așa o voce de bună și profundă, până la urmă, matură. În afară de asta, mi-au plăcut efectele care au fost folosite, pe care le vedeam de fapt la televizor, care au fost permise, nu știu cum, nu știu dacă au fost propuse băieților noștri, nu știu cum au fost, li s-a permis celor din Norvegia să aibă aceleași efecte, deci adăugări la imagine. Dar în afară de asta a fost și o piesă extraordinară care cu plăcere aș auzi-o și probabil o să și o aud la postul de radio. În afară de asta, Olanda, pentru o prestație inedită, foarte corectă și foarte exactă a trei voci care cântau mai tot timpul împreună și suna a multă repetiție și mult lucru. Și în sfârșit Ungaria pentru colorit. Pentru coloritul deosebit și care m-a atras foarte mult față de etnoul lor, pe care l-aș reasculta, aș asculta foarte multă muzică de acolo ca să pot să folosesc chiar și muzica mea. Dacă vorbim de Ucraina ca organizator a acestui concurs și toate problemele care apăruseră până la ca să fie scoși din organizare, ca să nu se producă acolo Eurovizionul, vă cum почувствовали, господин Дуганов? У них получилось шоу? Они смогли показать Европе, что они достойно сделали Евровидение 2017-м? Ну, в рамках Украины это получилось достаточно хорошо. Достаточно хорошо. Скажу так, что до самого Евровидения несколько раз менялись типа организаторы. То есть тот, кто должен был поставлять аппаратуру, кто должен был это делать. Подрядчики, да? Да, подрядчики. Подрядчики почему-то менялись. Этот вопрос оставим, так сказать. Но люди, которые брались за это, кстати, этим занимался мой друг, как раз Юрий Андрющенко. Благодаря ему я и попала моя супруга на финал, потому что
это самое. И я был рядом с нашими замечательными артистами и смог их поддержать. Это благодаря вот этому человеку. Вот. И было сделано достаточно на высоком уровне. Но, опять же, был бюджет. Был бюджет, и Украина не богатая страна, поэтому нельзя сравнить, допустим, с Австрией и Швецией, которые до этого проходили, где и аппаратура была, конечно, более новая и все это самое. Но в рамках того, что они сделали, они сделали. Плюс к этому, опять же, Украина сейчас страна, где происходит, скажем так, волнение. И поэтому все было направлено на то, чтобы не допустить каких-то месяцев. Плюс там День Победы. Кстати, там был замечательный парад прошел по центру Украины. Мы думали, как пол. Вы чувствуете. Да, все да, все было. Приехали кто-то побузить, там были такие, но, по крайней мере, полиция делала все, чтобы не допустить конфликтов. Инцидент, да, и я там был, и могу сказать, что все прошло нормально. Ну, не считая, так сказать, последнего выхода Джамалы с этим украинцем, который показал, кое-что. Ну, я так поняла. Елдежа есть ретинут pentru șapte zeci. Поставил точку. Поставил точку. Este un jurnalist care nu numai la Eurovision și-a arătat. El mereu epatează în felul ăsta. Și în America a fost, și în țările europene. Am citit astăzi pe internet. Deci el se ocupă cu acest gen de a se evidenția. Ну, скажем так, что справились. Я считаю, что прошло на достаточно высоком уровне. Могу добавить, что по телевизору смотрелось, и ты видела. Да, по телевизору. Здорово, вполне замечательно. Скажу больше. Там проходило в это время еще несколько грандиозных мероприятий. За день до финала Евровидения, финал был 13-го, 12-го, в большом комплексе собралось несколько тысяч народа. Вот, и там проходила Еврогранд-пати. Ее организовывал Эдуард Романюта, один из участников Евровидения, когда-то он даже от Молдовы выступал. Да. Вот. И пригласили почти всех звезд, участников Евровидения Дана Интернешнл. Баяна Стаменова была с Сербии. Очень много достойных певцов. Несколько из Румынии, группа Маранди, которая поддерживала, мы вместе держали семерку, семерку держали. Да, это серьезные люди, и вот это грандиозное мероприятие тоже было. Сейчас коммуникат куда-то. Да, кстати, один из организаторов Евровидения, именно вот этого гранд-пати, был представитель Молдовы Александр Русу. Вот, и тоже я, увидев этого Украина, парня, Украина мереу a organizat show-uri și chestii de televiziune, nivelul televiziunii la ei a fost mereu foarte înalt. У них второй конкурс они уже проводили. Да, în 2005, și au experiență deja. Знаете, что каждый конкурс последующий проводить сложнее, потому что одно из правил Евровидения, другой зал должен быть. Если они первый нашли, это же нужно было и второй зал найти. Да, dar se spune că au mai avut niște situații tehnice acolo, care până la urmă, cum ziceți dumneavoastră, la televizor nu s-au văzut și a fost totul bine. Ce ține de acum de juriul din țara vecină, că tot s-a vorbit pe rețele de socializare, până la urmă supărarea moldovenilor a avut să fie sau nu trebuia să ne supărăm pe optul cel a juriului? Fac aici pentru că publicul a votat cu 12, dar juriul a pus nota 8. Da, eu cred că în sfârșit am făcut corect. Deci am făcut maxim de corect noi. Am dat 12 aici și nu am avut nimic de pierdut. Am fost mai sus decât ei, per general, și am dat 12. Deci am făcut corect. Am făcut maxim de bine și ne-am prezentat bine. Ei au avut vor avea de pierde ei din faptul că nu ne-au dat maxime puncte, anume din vecinătate. Dar, așa cum am zis mai înainte, destrămăm chestia asta geografică și eu cred că la anul deja se va vota mai puțin pentru români dacă nu se va merita.
Deci să mergem mai mult pe calitate, să nu ne supărăm că suntem vecini și ne punem trebuie să fie supărare. Note de 12 sau nu. Trebuie să fie maxim de obiectiv, să ne axăm pe muzică. De ce zic aici? Pentru că chiar și noaptea aia s-a pornit o discuție și Mihai Trăistăriu a scris că eu sunt unicul care am pus 12 și ceilalți au început să discute și chiar a apărut așa un val de dialog între... Я все-таки считаю это около музыкальные даже какие-то разговоры бессмысленные, потому что чтобы вот этого не возникало, не надо создавать прецедентов. Вот как и Евген правильно отметил, надо голосовать за песню. Если она заслуживает, значит, дать ей столько. И не надо, вот, что подумают наши братья из-за прута, или они, что подумают наши братья из-за прута с другого берега и так далее. Это конкурс музыкальный, надо голосовать за песню, вот и все. И, в принципе, вот зрительское голосование тому, вот это, то есть это подтверждение правильности, как надо голосовать. Потому что жюри субъективно, оно всегда субъективно, в силу своего уровня. Жюрю cu note, я у нотат cu 8. Și la fel a fost discuții de genul ăsta, конечно, când am făcut. Здесь в силу своего уровня жюри, в силу своей ментальности, в силу своих политических каких-то направлений, потому что это международный конкурс, и уже все идет. И что делать? Коллегиальность вот это, что делаем, что, как решаем? Вот так, давайте, они наши, вот мы им дадим. Смотрите, из постсоветских стран. Белоруссия нам не дала ничего. Грузия нам не дала ничего. Цирили Балтичи, которых мы тоже считаем, что они нас поддерживают. Они не дали ничего. Chiar am rămas șocată de zero juriului din Цирили Балтичи. Вот смотрите, сколько мы потеряли очков у жюри. Да, într-adevăr. Румыния, ладно, 8, тоже замечательно. Спасибо. Так оценили и замечательно. Все, ну 8 дали. Были страны, вот эти нас не заметили. Много стран балканских. Ну, Балкан это вообще отдельная история. Там у них такой между собойчик вообще идет при голосовании. Что там из всех Балкан, Греция, Кипр и две бывшие страны Югославия проголосовали за Молдову. Остальные тоже в упор не видели все. Азербайджан, фумос, саком пуртат. 10 баллов. 10 баллов. Армения, 8 баллов. Англия, 8 баллов. Австралия, страна сноб, Англия, которая вообще... Конечно, это... И она дает 8 баллов какой-то неизвестной. Франция, 0, la fel, nu am înțeles. De ce juriu din Franța? Pentru că noi suntem țară francofonă. Și atâtea evenimente organizăm молдо-франчезе. Вот тебе и молдо-франчезе. Это снова демонстрирует același lucru, да. Că totuși mergem corect. Anul ăsta a fost un voting foarte reușit, corect, да? După părerea mea. Я стал снова оптимистом. А я хочу добавить, к тому, что говорил Евгений. Абсолютно правильно. Мы Румынии должны быть благодарны. Во-первых, смотрите, всегда раньше давала Румыния нам 12 баллов. И куда мы выходили? Мы никуда не выходили, понимаете? В этот раз румыны угадали. 8 баллов, третье место. Молодцы. Вот. А попор румын. 12 баллов. Все, до узи бали. Мне понравилось, что они даже в передаче, вчера, кажется, эта передача была, сейчас точно не скажу, într-o emisiune, au discutat și au spus că băieții noștri de la Sunstruck Project s-au comportat extraordinar de nobil și de corect, au venit bunăvoitori la ei, chiar fiind concurenți. Asta am auzit eu în emisiune. S-au îmbrățișat cu toții și le-au dorit succes. Au rămas uimiți echipa de creație. Așa a fost, domnul Dunganov? Băieții au fost... Cine? Ei singuri au decis să meargă la echipa română. Они сами решили пойти к румынам. Кто-то перед Ну, да, да, ну там все, в принципе, были вместе. И у нас недалеко были. Не, ну румыны остались очень недовольны, им это было приятно, что наши пошли к ним и пожелали им удачи. Это было очень. Конечно. Ну, наши ребята ходили не только к румынам, и к другим, кто это самое, мы поддерживали всех. Вообще я скажу, что Sunstruck Project это настолько позитивная группа, и настолько они оптимисты, что это очень здорово. Угу. И, в общем-то, наверное, сложились, еще раз говорю, звезды. То, что, вот, понимаете, как здесь очень сложно, вот, это же не 5 очков, не 7, а набрать такую сумму, да, и выйти в призеры, это где-то удача. А фоз не май помянит момент учела, когда у рамас три цари, и тот стоял ку пумни, аж аж сеган, да, че зен дым плачине, и чине ясно. Да, знаете, Маргарита, у меня было ощущение такое, я в один момент подумал,
Неужели мы на первом месте окажемся? Нет, на первом нет, мы нет, никак нет, не фантазийный момент. Нет, я имею в виду вообще по зрительскому голосованию. Ну, кто-то вынял. То есть мы почти... Но мы на третьем, в любом случае. Зрительское жюри нам дало третье место, и мы на третьем месте оказались в финале. Вот что здорово. Pentru că suntem pe final, Regem, spune că avem un minut. Vreau să, pentru că sunteți muzicieni încă, să-mi spuneți de ce anul acesta doar o formație a cântat rock și aceștia au fost ucrainenii. Rockul nu mai este atât de... Так сошлись звезды, Маргарита. Просто так было, вот, ну так получилось. Остальные никто не хотели. Быстро, первый полуфинал. В основном были все медленные песни. Я скучал страшно на первом полуфинале. Второй финал показал, что есть из чего выбирать уже. А рок, ну вот рок. А почему португалец победил с такой лирической песней, ретро-песней, я бы сказал, времен Одри Хепберн 30-х годов 20-го века? Где-то в этом ключе какой-то Нью-Йорк, ностальгия и так далее. Почему он победил? Вот так вот сложились звезды. В первом полуфинале мы заняли второе место. Хоть нас назвали первыми, но в полуфинале мы заняли второе место. А, то есть по очкам, да? Да, да, да. Понятно. Домну Дойбан, де че консидерацкай рокул дуар о формации алес кэнте рок? Chiar dacă nu a primit niște note extraordinar de bune, eu am ascultat piesa mai multe ori. Prima oară nu mi-a plăcut, după aia am înțeles că totuși e ceva bun. Doar că nu a fost tocmai perfect interpretată. Și al doilea punct ar fi că nu e tocmai o listă mai mare de piese în genul rock, cum a fost cândva, când cânta Turcia. Au fost vremuri când și țările balcanice făceau rock și era ceva maxim de normal. Acum s-au schimbat un pic prioritățile și dacă ați văzut, sunt foarte pestrițe gusturile. Sunt piese gen San Remo, sunt piese gen Justin Bieber, piese maxim de în vogă și piese un pic mai rezervate, mai conservative, un pic mai avantgardiste. Deci e maximă libertate, anarhie, aș zice, în muzică. Și pentru că timpul gata a expirat, domnul Duganov, ați vrut ceva să spuneți la final, foarte original. Vă știu, tot ele... Nu... Опять же, вы знаете, я импровизатор, и поэтому хочу сказать что-то о людях, которые присутствуют в этой студии, которые вместе со мной пожелают счастья нашей группе и дальнейших успехов. Известный композитор, мастер гурманного пения. Встречайте, Тойбан Евгения. Сколько замечательных историй, как украсил он этот волшебный фон. Прекрасный Анатолий в маечке Джеймс Бонд. Браво. И мы, друзья, не пророки. Да здравствуй! Вперед! Санстроки! Беремся! Ура! За руки вперед! За санстроков! Молдова! Înainte, Молдова! Санстроки forever! Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în studio și eu la rândul meu vreau să zic că mulțumesc din suflet formației Soundstruck Project pentru emoțiile pe care le-au trăit moldovenii și pentru că am fost mândri de prestația noastră la Eurovision 2017. Băieților, succes și în continuare piese de același nivel. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Vă doresc o seară frumoasă. La revedere!